Севастополе сегодня особая торжественная атмосфера. В городе-герое ждут начала парада во знаменование 74-й годовщины Победы. Каждый год 9 мая в наш город приезжают люди из разных городов Крыма и других регионов России. С 7 утра на площади Нахимова работают съемочные группы телеканала НТС. Участниками парада станут тысячи военнослужащих и сотни образцов военной техники. Смотреть на них будут с трибун и на экранах телевизоров по всей стране. Севастополь весь встречает в едином порыве Севастополь праздник День Победы. Вот ребята стоят на гордость за нашу будущую, наше поколение. Вот они красивые какие все стоят. Я же севастополец, я каждый год его смотрю. Может, что-то новое будет, неожиданное. Чего ждете от парада в этом году? Что обычно. Патриотизма, поднятия духа, радости. Мы уже дождались. У нас есть на кого надеяться и есть на кого рассчитывать. Мы приехали к сыну. Состоялись. Посмотреть парад, радость свою, гордость свою. Сын в надежных руках. Откуда приехали, скажите? С Тамбова. Кто место мое займут? Ну, займем. Скажите, что ждете в этом году от парада? А? От парада что ждете в этом году? Великолепие, как обычно. Вы местные? Да. С Севастополя живу с 61-го года. Торжественного мероприятия, все такие красивые, особенно моряки, нахимовцы, военные, тоже МЧС. Жду великолепного торжества, чтобы все было интересно, красиво и, конечно, чтить память. Гордость за Россию, гордость за Севастополь. Вот около меня девушки стоят, у которых сын и внук участвуют в параде. Это мощь, это сила, это краса российского народа. Почему так рано пришли посмотреть? Я деток привез, я сам военнослужащий в запасе уже, вот деток привез показать, не участвовали еще ни разу. Да? Хотите посмотреть?